и разошли это видео своим друзьям. Тебе легко, а мне приятно. И да, мой дорогой друг, подпишись на канал, потому что меня смотрят 55% без подписки. Спасибо, приятного просмотра. Тыщ! Всем привет, мы продолжаем играть в игру Friendball. Ну, я думаю, то, что надо будет сейчас призвать так тех девочек. Все готово, пойдем на кухню. Хорошо, пошли. Ну, так посмотрел на меня. Пожалуйста, пожалуйста, сядьте и закройте глаза, леди. Какие послушные. А теперь давай выли. А теперь я произношу эти слова. Бонте ин, Эрикан, Уэбэхмен, Оуэлмен, Хам, Бим, Энд, Эрент, Бонтре, Айр, Эрикан, Бюхер, Ховен, Мом, Дин, Элинс, Эндринг, Тихон, Эрик, Гол, Эрикс. Подожди, это не то заклинание. Ты нас обманула. Понимаю. Что я наделала, боже мой? Это неправильно. Да не парься. Все будет чик бомбони. Она джедайка, открывает двери неправильно. Интересно, где спящая кукла? Пожалуй, спой мне. Иди, Френ, пожалуйста, освободи меня, найди ключ. Что такое, Френ? Открой клетку. Не, получается, ключ не подходит. Ты не видела замок где-то еще? Да, видела. Один посмотрю, пойду. Пойдет ли он? Я буду ждать. Торопись. Это было страшновато, но терпимо. Ключ был от этой скважины. Чуть типа пятнашки. Наверное, да. То есть, я понимаю, наверное...
Я, в принципе, знаю, как уже надо сделать это. Да, теперь надо просто... Да, просто вот сюда еще засунуть. Сейчас мы сюда их переведем, и все, и мы сейчас откроем загадку. Все. Это громко. Перестаньте орать на меня. Она прям стучит аж. Мы Клара и Мия. Бухальмет. Ну, я вижу сейчас наколку и на эту фотографию. Кстати, дуатин. Так называются мои таблетки. Ключ, наверное, от котика. Мы Клара и Мия. Бухальмет. Клянемся отомстить за несправедливую судьбу, на которую нас обрек Итвард. Кровь и слезами нами мы клянемся, что убьем его и вернем наши тела обратно. Мы больше этого не вынесем. Несмотря на то, что мы сестры, мы ненавидим друг друга, и мы будем ненавидеть друг друга всегда. Ничто не изменит теперь. Когда наши тела соединены с друг другом, мы не можем завершить задачу. Сильнейший будет жить вечно, слабейший умрет. Как я понимаю, вы не самые сильные. Походу, она даже их его не убила. Можно сказать, они сами себя убили, походу. Думаю, это тот самый ключ. Получилось, мой котик. Получилось. Выходи, дай мне тебя обнять. Это мило. Как же хорошо. Я свободен, Фрэнк, мой дорогой друг. Мой дорогой, мы должны выбираться отсюда. Да, пошли. Я, в принципе, знаю сейчас. Не смогла, сэр жаба, девочки мертвы. Прекрасно. Теперь я могу отправиться к своим семье. Я тоже хочу, сэр. Я, наконец, нашла своего котика. Просто чудо-мой, к тете Грейс. Но как ты выберешь? Здесь нет лодки. Я думала, что вы нам поможете выбрать отсюда? Я бы хотел бы вам помочь, но я крошечный. Несмотря на то, что мое тело довольно пластичное, я не могу переправить вас обоих на другую сторону. Дайте мне подумать. Не бросайте нас, прошу. Мне надо будет тыкать сейчас всеми предметами. Тьфу, не работает. Ножик могли. Возьмите, эта жаба должна помочь. Я несъедобная булочка. Но вы липкие, мягкие, прямо как тесто. Ты права. Это может сработать. Была, не была. Понимаю. Получилось, сработало. Я большой и чувствую себя великолепно. Отлично, поехали. Идем, мистер Полночь. Конечно, Фрэнк.
Одну гигантская жаба при... Но, одну но. Гигантская, гигантская жаба пристально на меня смотрит. О чем ты? Что ты говоришь? Он хочет нам помочь. Вот и все. Хорошо, если он попытается что-то сделать, я поцарапаю его. Все хорошо. Постарайся его не ранить по его, пока мы плывем. Тут глубоко, и мы не знаем, какие там обитатели живут. Если мы упадем в воду, мы можем погибнуть. Я обещаю, что не буду царапать жабу. Поехали! Эй, девочка, прежде чем мы отправимся, я забыл отдать кое-что. Я видел тебя на этой фотке. Фото. Я думаю, что это твое. О, капец, глаза не такие страшные. И еще книга, она была с фотографией. Леон? Ах, жаба. Вы нашли мое семейное фото. Большое спасибо. Я думала, что потеряла его навсегда. Но книга не моя. Что ж, прими ее в качестве подарка. Читать здорово, в ней много картинок. Ого, спасибо. Я люблю картинки. Давайте отправляться. Да, поехали, держись крепче. Да вперед. А книгу нельзя почитать? Походу тут надо... О, ну это легко было первый раз. Блин, да надо сейчас ничего... А, нет, фух, появился. Так, наверное, сюда не будем садиться. Музыка классная. Видимо, это море такое грязное. Ай, блин. Фух, схватим все не сначала. Сейчас на листочек. И сейчас на желтый листочек. Все, как я понимаю. Ну, на месте, спрыгивайте. Пойдем, котик. Что ж, пришло время отправиться домой. Надеюсь, вы найдете свою семью, сэр. Спасибо. Надеюсь, вы тоже. Прощайте. До свидания, сэр. И спасибо за поездку. Фрэн, что нам делать? Теперь делать? Искать путь домой, котик. Ты видишь небо? Сейчас рассвет. Мне кажется, сейчас полнолуние, и, наверное, сейчас 2-3 часа ночи. Скоро все страшные вещи исчезнут. Ах, я такой голодный, хочу спать, хочу домой. Я тоже, котик. Мы найдем путь. Я сделаю все, чтобы помочь тебе, дорогая. Пойдем. Стоп. Давайте таблетки примем. Ну, это, наверное, будет какая-то опять жесть. Видимо, они не успели. А, привет. Боже мой, мост. Ну, это довольно жутко. Фрэн, пошли, мы должны вернуться домой. Мы должны вернуться домой. Не время бояться. Да, но я немного боюсь высоты. Я пойду первым, хорошо? Иди за мной. Хорошо, котик. Фу, котик, хватит лизать плохие. Хорошо, котик. Ты такой милый. Я пойду прямо за тобой. Эй, подожди, котик. Блин, мне кажется, сейчас мы упадем. Кстати, луна телепортнулась. Татик, давай лучше мы дойдем до конца. Фрэн, подожди. Это говорил, не надо было ждать. Ну, сейчас она вывалит мост. Ну, да. Боже мой.
Боже мой, я не могу больше держаться. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мой друг. Давай, ты сможешь, прыгай. Хорошо, я прыгаю. Я держу тебя. Что ты фигово ты держал? Фрэн, нет. Не каркай мне здесь. Не бойся, Фрэн. Мы часто падаем. Но пройдя через боль, мы всегда поднимаемся. Ах, дорогая тетя Грейс, никогда не бойся меня. Я не бросай. Не плачь, моя девочка. Твое сердце чисто, но твой разум в муках. Ты должна остановить и пойти своим путем. Эй, фу, не плачь. Пожалуйста, тетя Грейс, почему ты просто не заберешь меня отсюда? Прошу. Ты бросаешь меня одну, так же, как это сделали мама и с папой. Прости, моя дорогая Фрэн. Ты скоро поймешь. Тетя Грейс, нет, не уходи, пожалуйста, прошу. Ё-моё! Фрэн, время принять твое новое лекарство. Не мешай мне плакать. Походу, у нее вся кровь вылилась, к сожалению. Подпишись на канал, оставляйте лайки. Ох, что произошло? Ладно, на этом, я думаю, можно уже закончить. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока-пока. Удачи!